Здравствуйте, ребятушки и девчатушки. Я вас категорически рад приветствовать на своем канале Жук Муравейники. С вами дядь Саша, великий ужасный. И ты меня уже спросишь, а что это такое было вначале? Мне кажется, это конь какой-то ржал. Там Ватсон что-то в прошлой серии рассказывал, у него для космического дилижанса не хватало скакунов, они у него периодически дохли. Наверное, Шерлок с Ватсоном просто подыскивает себе очередного скакуна космического для космического дилижанса. То ли на Бейкер-стрит хотят назад, то ли, я не знаю, то ли может какую-то депешу миссис Хадсон отправить. Ладно, они пусть там со своими конями возятся, сколько им, как говорится, и куда влезет. А я вот что вам хочу сказать. Значит, я сегодня записываю второе видео, вот, которое первое было. А потом второе нормально сказал. Но первое, это как он там называется? Лагучий домослучий. Вот что-то такое я его там обозвал. Во, вот оно было первое сегодня. А вот это второе, как оно будет называться, пока не знаю. Но дело в том, что как я только закончил то видео запись, я его записывал с утра, 14 апреля. Сегодня 14 апреля. Ну-ка, вот что там у нас? Ням-ням-ням. Ватсон, да, 14 апреля. Только выключил игрушку, и у меня в Стиме она обновилась. И Карус обновился. Сразу полез смотреть, а что там такого произошло? Оказывается, появилась новая какая-то там миссия с супер-боссом Скорпионом. И теперь нам добавили прочность брони. Теперь у нас броня тоже будет постепенно ломаться. До этого она не ломалась. А вот теперь даже моя жалкая тряпочная одежда, и та, наверное, будет ломаться. Ладно, сейчас мы это все увидим. Так что нам нужно как нужно скорее пройти вот эту миссию, потом укокошить миссию с червяком. И надо где-то искать миссию с суперскорпионом. Так, ну что, Ватсон, Шерлок, вы там нашли скакунов космических? Походу нет, тогда Ватсон. Так, не, погоди, пока не так. Пока тогда не тогда. Пока не тогда. Сейчас мы загрузим нашу Каменскую 13. Во, теперь Ватсон. Что ты такое, не знаю, так медленно. Ватсон, заводите свой космический КамАЗ. Отправляемся дальше. Так, как всегда, на все про все у нас 1 час 13 минут 13 секунд. Запускаем таймер. Запустили. Что я тут делаю? Это я вообще на балкончике стою. Стою на балкончике моего дома. Так, миссию, видите, написано. Задание выполнено. 7 столпов сканирования. Да, но я хочу поискать еще экзоматерию. Так, а что там теперь? Броня. А у него, по-моему, раньше было под этот значок. Разве не было у него раньше значка целостности? Ну, неважно, короче. Было, не было. Так, я себе сделал электрическую печь. И теперь мне нужно сделать переработчик материальных ценностей. Так, для переработчика материальных ценностей. О! Миша замер. А вы помните, как в конце серии меня волки заколебали? Я помню. Миш, лови подарок. Недолет. Миш, лови подарок. Да что такое? Миш, лови подарок. Че, перелет какие-то? На! 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 Тебя плохо видно, Миша. На! Ого! Ого! Миш, ну ты вообще классно бегаешь, я тебе скажу. Мне в твои способности. Ой, он же мне дом ломал. Он же мне дом только что ломал. Лестницу мою ломал. Ах ты гад, лестницу. Он же так и сломать может. Ух ты, а почему это ничего не исчезло? А почему оно не исчезло? Должно же было исчезнуть. Миш, а что, то что в доме на пол кидаешь, не исчезает, что ли? Что-то с этого места поподробнее, пожалуйста. Так, ладно. Мы там хотели с тобой делать переработчик материалов. Да, да хотели, да, был дело. Был дело, хотели. Так, что я там с тебя, Миш, добыл? Фигни какой-то добыл. Это я скорпиона жру. Мясо скорпионячье. Так, пошли это превратим в жир. Не знаю, зачем жир, но пусть будет жир. Да пусть будет. Пусть будет жир, у меня его тут. Ёперный театр с улыбкой страны. А он не пропадает. Чем хорош жир? Ну, жрать его нельзя, да. Жрать его нельзя. Так, значится, нам нужен алюминий. 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 Алюминиевый алюминий. Я надеюсь, медведи сюда такую же тропу не начнут протаптывать. Так, алюминиевый алюминий. Алюминиевый алюминий есть. Нету титана. Как нету титана? Я не носил сюда титана. Так, нужен титан и углеболоко. Угли. Углеболокно. Болокно угольное. Так, Володя, принеси мне углеболокно, дебдога.
углеболокна, говорите, сейчас посмотрим. А есть ли у вас углеболокно? О, 5 углеболокна. Так, теперь у нас тут это титан и титан. Уносим титана туда. Так, а что еще кроме титана надо? Еще надо электричество. Электричество максимально. Опа, 33. Ого, 33! И смола потом кончается резко. Резко! По газам кончается смола. А смола есть еще. Так, очень хорошо. Углеболокно с улыбкой страдай. Так, давай отнесем. Блин, зачем ты сделал там? Ну, чтобы скучно не было, чтобы это... Оба, бегать. У меня же, понимаешь, у меня в жизни-то сидячий образ жизни теперь. Вот. Хоть в игре побегаю, так толку никакого. Да я подебаю. Так, мне нужно углеболокно еще, дебдога. А для локатера. Для локатера сталь нужна. Для локатера нужна сталь. Так, локатеру нужна сталь. Сталь. Так. Ты меня досталь. Мне нужна сталь. Так, локатеру сталь нужна. Что вы мне может предложить насчет стали? Так, вот тебе два углеболокна, а еще углеболокна. Эпоксида, да и смолы нету. Блин, как так нету смолы? А сколько мы можем смолы сделать? Вот так. Так, там опять медведь какой-то рядом. Попердывает, извиняюсь за выражение. Слушай, походу сейчас меня медведи заколебут. Так, ты балакно не положил. Да я понял, что не положил. Ну, не положил и не положил. Ох, что не положил. Надо, чтобы положил. Так, тут сталь нам, Шурик, нужна. Сколько мы максимально можем сделать? 10. Это мы из чего делаем? Так, давай, делай. Делай сталь. Делай раз, делай два. Так, максимально. Теперь максимально. Так, для углеболокна нам нужна вот эта фигня. А, чего у нас тут нету? А у вас вообще ничего нет. У вас нету этой. Так, ладно, давай выйдем. Че, выйдем? Миш, выйдем? Да блин, мы сейчас выйдем. Слушай, сколько этой гребаной смолы надо насобирать, а? Чтобы было мне счастье. Ой, а потом надо собирать. Кто-то медведь идет. Да, это медведь идет. Миш, иди сюда. А что до тебя не долетает-то, я не пойму. Слушай, я как-то раз помню, медведя из арбалета убивал с первого раза. Но это же не арбалет у тебя в руках. Ну да. А, все. А, сдулся. Паразита. Камень. Сдулся паразит. Убийца медведя. Всего 100 медведей я убил. Да не может быть такого. У вас что-то в вашем счетчике не то. Да быть такого не может. Чтобы я убил только 100 медведей. Да мне кажется, я их убил уже штук 1000. Чё только 100 медведей? Да не могут. Да я не верю. А я не верю. Вот сейчас я буду убийцей волков. Я волков, мне кажется, уже убил несколько десятков тысяч. Ты глянь, ещё и не убил его. Аж спешил ко мне навстречу. Со всех, понимаешь ли, лап. Своих лапок. Со всех своих лапок спешил. Кушал паразита. Так, мне нужен оксид. Оксид. Ну и, конечно, мне нужен этот, как его там зовут. Да, блин, волки, ну сколько можно? Да вообще можно мимо пробежать. Ну, в принципе, да, можно пробежать мимо. Если там не еще один волк. Еще немного. Да, смотри, там одни сплошные волки. Одни сплошняковские волки. Так, оксид и кремний, да? Ну, кремний, да, он там все равно потребуется. Так. Олень, не пугай меня. Вон оксида вижу. Вижу оксида. Он наверняка был и ближе. Ну, так тихо, конечно, был. Но кто бы его нашел бы ближе? Так, что там нам надо? Переработчик материалов и генератор. Сталь нужна, да? Сталь. Ладно, будем мы сейчас тебе сталь делать. Будет тебе сталь. Интересно, у меня в пещере рядом что-нибудь появилось в связи с обновлением. Давай заглянем. Я думаю, ни хрена там не появилось в связи с обновлением. Нет, ну как, помнишь, в прошлый раз что-то появлялось? Мне просто железка. Железкой. Железкой надо немного. Может, там железка есть. У меня, по-моему, по электронике тоже нормально. Электроника мне не нужна. Так, прям интересно, что там за миссию со
со скорпионом добавили. И там какая-то будет потом ловушка, или какие-то ежи из скорпионов будут делаться. Вот. Я здесь живу, да? Да ты живешь-то ты здесь. Ежи из скорпионов. Что там такое, короче? Какие-то скорпионовые крафты открываются после того, как скорпиона босса побежишь. Еще бы, блин, узнать, где эта миссия находится, как она называется. Ну, я думаю, в свое время. Так, вон там я еще серу видал, после серу хватанем. В свое время я все узнаю. Все узнаю. Так, узнаем мы все, да? Угу. У меня еще целых две миссии до... Не, погоди, не две, по-моему. До миссии, где с червяками. А зачем мне нужна миссия с червяками? Так там вроде потом какой-то крафт из них открывается. Какие-то стрелы из них можно делать. Может, какие-то стрелы будут хорошие. Может, они лучше, чем костяные. Волк слепой. Все, мы зря не будем. Офтальмология на выездная. Не вызывали выездную офтальмологию? Не, не вызывали. Так мы все равно. Мы уже приехали, поздняк. Выездная офтальмология приехала. Так, чуть-чуть железа мне надо. А так, в принципе, у меня все есть. Самую малость железа надо. Так, что там у нас? Быки, точнее, бизоны какие-то быки. Это не быки, это бизоны. Быки-бизоны. Так, вон волк идет, я его вижу. Так. Да, давай мы сейчас заглянем на всякий случай в местную пещерку. Вдруг там хоть пару кусков руды появилось. Я, конечно, сомневаюсь, но тем не менее. Заглянем. Так, выгоревший лес, о чем говорит? О том, что тут я живу, да, вот она. Вот она моя хаза. Хотел сказать халупа, но это как бы, конечно, двери, правда, не стал. Двери не стал делать. Так а что, зачем она это, двери? Кому нужна эта двери? Максимально соточку, немного ли будет? Да, может и много. Тыкву жарить будем? Давай зажарим тыкву. Давай зажарим тыквешки по одной. Давай зажарим. Эй, товарищ мой. Тут что-то у меня протухло. Так, смотри, чуть-чуть нам добавили с тобой электрической энергии. Какой нахрен электрической? Так. Нет. Мы это пока трогать не будем. Это нам... Это тебе сейчас, но это тебе на день рождения, да? Да. Так. Это кто у нас плавится такой красивый? А, титан плавится. Блин, он так медленно плавится, так что... Пускай мне пока сталь поплавится, потому что у титана скорость плавки... Да, просто запредельная. Так, значит, электричество. Мы себе немножко сделали. Сколько нам еще нужно? А это погоди, давай сгоняем наверх. Что мы сейчас с тобой делаем? Мы делаем переработчик материалов. Там, по-моему, на переработчик тоже электричество натаскал. Не, я не натаскал. Еще 7,3 углеболокна. Так, давай, с переработчиком закончим. Так, 7,3 углеболокна. Блин, а там еще потом нужно будет делать провода. Прокладчик проводов. Так, углеболокно. А что для углеболокна? Да-да. 3 углеболокна, да-да. Так, углеболокно в очереди лежит. Ой, погоди. Так, сколько я углеболокна сделал? Одно. Тогда, значит, два. Так. Все, углеволокна у нас с тобой... три, да? Так, три углеволокна. Хорошо. Углеволокна три. Вот вам углеволокно. Нам сюда сталь. Так, а тут уже есть два углеволокна. А, ну ладно, там, по-моему, еще нужно будет углеволокно. Ну, короче, сейчас разберемся. Так, сейчас разберемся. Разберемся, гражданин. Так, это что? Углеволокно. Не хватает ему одного углеволокна и 7 электроники. Так, одного углеволокна и 7 электроники. Хорошо. Так, мясо в жир все превращаем. Не знаю, зачем просто превращаем и все. Да, пусть будет просто мясо. Пусть мясо просто превращается в жир. Так, 7 электроник надо. Есть на что 7 электроник сделать? Не знаю.
Ага, эпоксидка, говорит, кончилась. Ну, хоть медь не кончилась, и на том спасибо. Эпоксидка, вот она, она. А еще эпоксидку можем сделать? Так, максимально. Делай. Максимально. Ну, потом больше сделается. Так. 7 электроников. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Блин, золото, серебро кончилось. Да вы что, серьезно? Серьезно, что, золота больше нет? Золотишко рою. Мою. И баланду ем. Нифига себе. Золотишко кончилось. А туда случайно золотишко не отнес. И откуда же мне теперь в пустыню за золотишком пиндюрить? Да ну хватит. Да ну хватит. А придется идти. Да, придется мне идти куда-то. Так, это что такое? Сюда оно еще нужно? Пока не нужно. Так, Шурик. Значится. За золотишком нам с тобой идти, да? Это прекрасно. Максимально. И золотишко. Золотишко еще, помню, для прокладки проводов нужно, да? Да, так, положим пока это сюда. Кремний. Так, серу положим пока сюда. Из серы мы, кстати, можем эпоксидку делать, да? Максимально 7,7, но мы, думаю, что только 33 сделаем. Я думаю, мне хватит. Так, максимально 17. А чего, чего не хватает? А, я понял. Ну, давай в очередь поставим. Так, хорошо. Значит, алюминий пока возвращаем. А, барахло исчезло. То есть ты пока не в игре, оно не исчезает. То есть тебе шанс дают, да? Забавно. А зачем мне такой шанс? Ну, не знаю, может, случайно обгонил. Обгонил случайно, ага. Случайно обгонил, конечно. Так, углеволокно. Платина. Медь. Титан возвращаю. Так, там что там по дровам у тебя? Дровам у тебя вот тебе еще добавлю. Так, сюда медь пока возвернем. Платину наверх отнесем. Платиновый диск. И что у нас? Золота не хватает, да? Ай-яй-яй-яй-яй, у нас золота не хватает. Как нехорошо. Ну, проверим, что тут нового появилось. Я, конечно, сомневаюсь, что тут что-то новое появилось. Но сейчас глянем. Ну, червяки тут старые. Вообще ни хрена не появилось. Ой, повылезали. Ой, повылезали. Со всех ёперный театр щелей. Ничего тут у вас нового? Не, ничего у них нового. Нет, мне нужна стрела. Мне стрела нужна. Костяная моя стрела. Глубины. Они теперь все так выглядят. Это что, после очередной обновы? О, у тебя здесь платина появилась. О, титан появился. А как насчет золота? Золото, золото, золотишко не появилось. Так, да, они теперь все так выглядят после обновы. Эти глубинные месторождения. Так, железо появилось. Золото появилось. Да ты ж глянь, золото появилось, а. Да какая же красота, у меня здесь золото появилось. Так, такое ощущение, что пещера стала чуть-чуть другой. Ладно, пойдем выйдем. Ты бы еще помнил, какое она стала. А, вон железо еще появилось. Угу. Это кто там? Ален. Делон. Так, о, смотри, железо появилось. С первого раза не заметил, когда забежал. Так, Ален Делон говорит по-французски. Так, червяки будут на меня рыпаться? О, а вот еще золото. Так, золото срочно плавить. Так, что у нас еще появилось? Ты там ныл, что тебе золото, ой, что тебе железо надо немного. Да, был дел, ныл. А где оно? Оно прям вообще в начале. Да, смотри, немножко руда обновилась после обновления. Да, не вся, конечно. Но обновилась. Я отсюда все забирал. Не было у меня тут ни хрена. А теперь вот появилось. Очень хорошо. Так, Ватсон, нам несказанно повезло. Так, железо пусть пока тут лежит. Нам несказанно повезло. Привет, банжур, хеллоу. А вам несказанно повезло. Это что такое? Мощный кондиционер. Ага, ща. Электроника нужна.
А потом мы будем делать генератор. Где он у тебя, генератор? Так, прокладчик проводов. Для него аж 8 золота надо. 8 золота надо. Ёперный театр. Так, где генератор? Чё, я её каждый раз не вижу. Сталь нужна. Так, для генератора нужна сталь и меди. Сталь, меди. И чурюпы стальные. Так, короче, сталь нужна, Шурик. Но там железо еще есть. Есть еще железо, да. Сколько мы стали можем отсюда сделать? Максимально нам столько не надо. Давай штук 13 запендюрим. Так, ну что ж. Большое спасибо обновлению. Что оно мне дало возможность здесь что-нибудь пособирать. Сейчас мы, конечно же, пособираем. Червячки будут вылезать. Ну, пока не вылезают, ну и хрен с ним. Как говорится. Так, золото, там еще один кусок есть. Знаешь, такое ощущение, что игра рассчитала, чего мне не хватает. Ну, титан мне вроде как не нужен. Такое ощущение, что игра рассчитала, чего мне не хватает, и этого мне выдала. Ну да, типа того. Такая, ага, ему не хватает вот столько золота и вот столько этого. Ну, блин, даже медь есть. Даже медь появился. Это получается во всех, блин. Так, золотом разобрались. Получается во всех пещерах. Хватит махать. Получается во всех пещерах по чуть-чуть обновилось, где я уже побывал. Ну да. И получается вот в той пещере, где я в прошлой миссии жил, там тоже что-то обновилось. Так, давай быстрее, а то сейчас у тебя будет... Сейчас у тебя будет сам знаешь что. Ой, не хотелось бы, чтобы у меня было сам знаешь что. Олени с олененками. А, это вы на смену волков пришли. Очень хорошо. Очень хорошо, что вы на смену волков пришли. Так. Блин, вы мне титан делаете. Мне не нужен титан. Мне золото надо. Ребят, мне золото надо. Чего мне этот титан? Титан успеется. Успеется титан. Золото давай. Так. Титан сюда положим. Ну, вроде он сюда нужен. Был. Раньше. Так, а кирку я могу здесь починить, да? Не понял. А я не здесь делал? Где это? Какая кирка? Это титановая. А, нет, платиновая кирка у меня делалась на том, на улучшенном верстаке, но никак не на этом. Да? Да, да здесь то и дело. Во, ну ладно, пусть то платина пока здесь поваляется. Так, что там у нас по золотишку мою баландуем? Так, золотишко есть. Сколько мне там не хватало? Золотишко вообще быстро плавится. Ну да. Це факт. А факт упрямая вещь. Золотишко плавится весьма и весьма быстро. Мне, по-моему, 7 не хватало, да? Не, ну как? 7. Тебе не хватало 7 для того, а потом все равно еще нужна будет электроника. Так что делай по максималке, сколько из этого золота получается. Так. Ты убери этот лук. Значит, переработчик материалов я сейчас могу запустить себе. Так, вот он, переработчик материалов. Создаем. Так, есть переработчик материалов. Офигеть. Офигеть. Дон Офигейра. Так, значит, переработчик материалов и его друг Дон Офигейра. Его ставим сюда. Так, ну теперь нам нужен Ле Генератион. Для него нужна сталь. Еще 5 меди. Еще 5 меди надо. Ой, 5 электроники. 5 электроники и 10 стали. 5 электроники, 10 стали. Че сидим на, че не работаем? Ждем 5 электроники на и 10 стали на. Так, я понял. Ну, электроника будет. Электроника. Электроника облигация. Электроника. 5. 1, 2, 3, 4, 5. А максимально 12. Но нам нужно 5. Так, а пока 12, а потом что кончается? А потом кончается золото. Ага, ну золото нам еще сейчас выплывет. Блин. Так, а сталь у нас пока еще никак не подойдет. Ну хорошо, мы подождем. Так, золото сюда. Давай нам сталь. Давай нам сталь. Что-то какая-то музыка тревожная началась.
Так, по ступенькам, бегаем хотя бы в игре. Так, хотя бы в игре бегаем, занимаемся. Так, на балкон вышли. Покурить. Ага, в такую погоду покурить, ну да. Ветром отсюда унесет нафиг. Ладно, унесет. Куда там меня унесет? Легенерацион. 8 меди надо. Ага, и стальных чурупов. 8 меди и стальных чурупов. 8 меди и стальных чурупов. Так, медь. 8, говоришь, да? 11 меди. Остальные чурупы. Так, остальные чурупы. Чурупы. И, собственно говоря, сама сталь нужна. Сама сталь нужна. Так. Кто бы мог подумать, что у меня будет такая нехватка стали. Легенерацион. Не хватает 4 стали. И мы можем его запустить. Ну что ж, прекрасно. Давайте же мне сталь. 3. Так, я вам вздыхиваю все остальное. Как хотите, там так все это. И, короче, мутите. И мутите, как хотите. Погодите, медведь. Не рычите. Биотопливный генератор. Можно было бы создать электрический... Как его там называется? Как это правильно называется? Ну... Да блин! Что-то хотел сказать. Что хотел сказать? Солнечную панель его хотел сказать. Можно было бы сделать солнечную панель. Но. Так, прокладчик проводов. 3 меди. Ой, нет, меди. 20 для прокладчика проводов меди надо. И еще 2 углеволокна и 8. И 8 золота. Твою дивизию. В общем, можно солнечную панель, но она еще труднее делается. Солнечная панель еще труднее делается, чем, блин. Короче, медь. Титан кончился пока, к счастью. Спасибо, что хоть титан кончился. Так, титан кончился. А что там надо? 20 меди, да? 20. Я, правда, уже забыл, что надо. Ну, хорошо, пошли. А, да золото там надо принести опять. Опять золото надо. Блин, да где же я его наберусь вам, этого золота? В общем, меди хватает. 2 углеволокна. Углепластик или кто он там? Карбон, короче. 2 карбона. А, 2 карбончика. Колбаски. И 8 золота. И 8 гребаных золота мне надо, а? А есть у нас столько? 13 золота. А тут золото все, йок. Йок-макарек. А, нет, там есть еще золото. Так, тогда вы мне все отдайте. А я вам дам углеволокно. Углеволокно мне сделайте. По-быстрому. Так, 8 золота. Ну, золото я все унесу. Карбон мне зафигаш. Либо карбон еще потребуется. Ну, потребуется, Шурик. Разберемся тогда. Тогда разберемся. Что там, значит, карбон? И все такое, карбон, и все такое. Так, кстати, что я железо таскаю зазря? Опа-на, дерево загорелось. Ай-яй-яй, там бедный бизон ходил. Так, смотри, короче, композитная паста. Сюда железо отдаем все. Надо вот этой фигни принести. Платина. Ну или вот это, тогда золото. Но я выбираю платину. Ну что платина, что золото одинаковые. Ток меняется либо золото, либо платина. Ну еще тут, видишь, можно делать древесный сок и прочее. Даже муку можно сделать. Это типа такая мельница. Это, я так понимаю, нано-мельница. Так, что нам там надо было для этой нано-мельницы? Паста вот эта нужна для нано-мельницы. Так. И кремния надо, да? А сколько нам вообще примерно надо с тобой этой хрени под названием композитный материал? Трудно сказать, сколько нам этой хрени надо под названием композитный материал. А, ты платины не принес. Я платины. Масаракш. Масаракш, я платины не принес.
знаю, там... Ну, ты глянь, сколько надо, и столько сделай. Так, платина, вот она. Ну, и он же только для локатора нужен, получается. Там в локаторе надо композита мало, это ты так от нечего делать. Так это у меня все равно, так сказать, излишки. Локатор. В нем композит на 12 штук. 12 композиторов в нем надо. И 12 стали. Так, композиторов. Так, погоди, нет, сначала. А вот это что такое сюда? Девас какой-то. Что тут сюда класть? А, может, сюда какие-то можно фонари класть и заряжать? А, может, здесь что-то заряжается? А, типа заряжать тут что-то можно? Угу, ща. Да? Угу. А что не так? А что не так у нас, Ватсон? Ну что не так? У вас все не так. У вас нету этих... Проводов нету. Угу. Что, говорит, у нас не так? У вас с умишкой проблемы. А когда с умишкой проблемы, то оно и с этим проблемой. И с композиторами тоже проблемы наступают в этот момент. Давай 13. Наш си... Ну, хрен с ним. Оказывается, там у меня... Так, ладно. Я сколько? Один сделал, да? Тогда 12. Там, оказывается, уже в очереди у меня стоял, а я и не видал. А я и не видал, что там кто-то в очереди стоит. Так, ну что, вы тоже, по идее, должны запуститься. Там электричества вроде хватает на 2. Да. Он дает 5000 вырабатывает. Вот. А вы по 2500 как раз забираете в себя. Ну вот, как раз вы и давайте пыхтите. И пыхтите. Так, это вам. Так, это вам, это нам, это вам, это им, это нам, так, это вам. Быстро он их плавит. Только что ж, электрическая печура-то. А она и железо может плавить. Да, да, она вообще все может плавить. Кстати, да. Так. Шурик, что там для локатора нужно? Сталь нужна для локатора, да? Да, 11 стали и 10 электричества. 11 стали и 10 электричества. Так, ну то есть 10 электрические детали, а не 10 электричества, разумеется. Да, конечно. Так, что вы тут у меня сплавили? Сталь сплавили, титан сплавили. Все, деактивировать. Так, десятку сделайте мне. Да, сделают. Ура. Ура. Так, теперь, что там надо сталь надо туда отнести, да? Вот со сталью у нас проблемы, Шурик. Да понятное дело, что проблемы. Мы будем ее сейчас себе молоть максимально. Не, нам там вроде как надо 8 всего лишь, по-моему. Слушай, погоди, а мы же можем это в переработчик положить, да? Ух ты, точно. Ух ты, у нас же есть электрический переработчик. Ну-ка, пошли в электрический переработчик, все отнесем и там же сплавим. У нас же, Шура, с тобой электрический переработчик есть. 9 стали нам надо. Композит у нас уже испекся. Так, 9 стали. А, это у тебя тут было этой фигни много. Так, да 9 нам. Вот с какой скоростью он их сделает? Так, ух ты, как он их быстро клепает. Так, ты сейчас еще удивись, как он их здесь быстро будет отжаривать. Отжаривает он их чуть медленнее, чем клепает. Но все равно зашибись. Ой, это третье лицо. Ну, кстати, да, когда появляется такая печка, можно в ней все фигашить. Ну, или в двух печках. Да? Так. Провода сюда. Так, я, по-моему, забыл забрать вот эту фигню, да? Я ее хотел забрать, и в результате я ее не забрал. А, здесь все. А, извиняюсь тогда. Единственное, что этот генератор громко пыхтит. Так, не надо. Угу. Еще 5 стали. Все есть, осталось 5 стали. Так, 5 стали, говоришь, да? Сейчас мы себе сделаем локатор и приступим к поискам. Эх, красота. Так, все. Ле генерацион можно вырубать. Чик.
Слушай, а сколько же надо для баллона, а? Шурик. Локатор. Вот баллон там у нас есть. Такой красивый. А ты такой красивый. Вот сколько нужно этого баллона. И печь, и лампу давай себе сделаем. Такие киндросиновую. Киндросиновую лампу. Где у нас делается? Здесь у нас делается киндросиновая лампа. Вот она. Для нее нужно стекло. Веревки 4 штуки. И нужно еще стекла 12 штук. Но со стеклом у нас проблем не будет. Мы сейчас его себе здесь выплавим. Можно было, конечно, наверх сгонять. Он и здесь нам быстро его наплавит. Так. Что мы с тобой хотели сделать? А, супербаллон, да? Для супербаллона нужно 20 стали, Александр. 20 стали. А эпоксидки хватает? Так, погоди, 20 стали. Для него нужен металлический растворитель оксида. А, еще 20 электроники надо. А для электроники у нас кончилась медь. Так, все, отставить. Слушай, а нельзя кислородный баллон такой запихивать туда? Ну, ради интереса попробовать. Да можно попробовать, от нечего делать. Ну, давай попробуем от нечего делать. Но мне кажется, он туда не запихается. Мне кажется, он туда не запихается. Так, а что я делаю? А, я сейчас лампу себе хотел сделать. Лампу, да? Ладно, ты лучше обычных баллонов понаделай. И мы с тобой как-нибудь уж обойдемся. Я так думаю. Угу. Угу. Горчички? Угу. Так, что я там не взял еще один баллон? Так, это мне. Это поменять. В принципе, согласен. С баллонами уже возни много. Так, что там у нас с тобой? Счеты. А зачем ты хочешь такую себе лампу? Да я не знаю. Ну, с ней как-то попроще, что ли. Попроще с ней. Заправил ее в этом аппарате. В аппарате ее заправил. Будет заправляться? Будет. Так, а что я могу здесь приготовить себе? Так, да ни хрена ты себе не можешь приготовить. Кукурузу можешь приготовить. Суп из сладкой кукурузы. Кукуруза, кстати, еще есть. А, вода тогда нужна, да? А, вода нужна, да? Да блин. Вода. Кругом. Не туда. Это ж сюда надо положить. Я извиняюсь, туплю. Так, суп из сладкой кукурузы. Максимально 2-4. Ну, нам 3 хватит. О, как загорелось. Так, суп из сладкой кукурузы. Так, пока тут делается суп из сладкой кукурузы, мы, наверное, заберем и деактивируем. Хватит пока. А, он как раз и закончил. Ну и вот, собственно говоря, и все. Так, лампа заправляется. Время у нас 18. Ой, нам надо спать, Александр. Александр, вам пора байники. Байники пора. Так, суп из сладкой кукурузы готов. Пока мы тут занимаемся пожиранием супа из сладкой кукурузы, пусть заправится наша... Блин, она так не заправ... А, нет, заправляется так. Ты же ее забрал. Не разглядел, богатый будет. Так, все, пошли хлебнем супчика из сладкой кукурузки. Так, а почему я не спал? Что не так было? Не понял, костер же горит. Че не так? 18:59. И че он пишет мне? Спать можно только рядом с активным костром. Нормально. А вот это что такое? Вот это что такое? Ну ты че, ёшки-матрешки? Ну вот, блин. Вроде печка горит. Я думаю, че ему не так-то? Какой-то костер ему активный нужен. Вообще попутаница. Так, вот это пожрем. И вот это пожрем. О, аж здоровье-то нам не прибавилось шибко. Хм. Хорошо, что мы тут давно не ели? Тыкву не ели. Тоже не прибавилось ни хрена. Вот это не ели давно. Тоже не прибавилось ни хрена. Значит, в какой-то не той последовательности я использую свою жрачку. Ладно, забей. Уже не важно, какие там были последователи и последовательности.
Так, значит, радар стоит. Все есть. Берем лампу. Она тут заправилась. Разумеется, заправилась она, конечно же. Все. Мы можем просто начинать сканингом заниматься. Ставим. Что он пишет? Реадито скан. Ну вот и скань давай. Ну вообще, есть предположение, что меня эта вся история уведет в сторону пустыни. То есть сейчас, скорее всего, я пойду где-то вот тут ставить в следующий раз. И есть такое предположение. Но мы посмотрим. Это пока не точно. Предположение есть, Ватсон, но это не точно. Не точно. Солнце всходит, а? Красота какая. Сканинг. Так, сканинг. Что у нас там с тобой, сканинг? Лук, стрелы, все дела. Пока дрын давай выкинем. Спасибо обновлению, что оно мне позволило все это дело. Того этого. А пусть здесь лежит. А это выкинем. Так, ну что там у нас сканер показывает? Ну что показывает? Показывает, что он комплит. Миссион комплит. Смотри, сейчас на карте чпок. Нет, смотри, в другую сторону, говорит, идти. Не в пустыню он мне сказал идти. Вот так, пацанчики, не в пустыню ни хрена. Да, говори так, но вы говорите, что у нас должно быть два радиуса. Ну, то есть, где-то вот тут надо поставить примерно, да? Или вот тут. Ну, короче, где-то вот тут. Не в пустыню ни хрена он мне сказал идти. Да, не в пустыньку, однако. Хотя, погоди, может, сейчас все-таки в пустыню попрешь. Блин, да мне в пустыню дорог заказано. Как в пустыню? Я ж там не могу ходить. У меня там закрыто. Обидно будет, если он меня сейчас кругами начнет гонять. Бизон, здорово, как сам. Ладно. Кабан меня не заметил. Да, бывает кабан. Звук включающейся лампы. Опа. О. О, видишь, на спине у нас чего? Ага, аппарат. Аппарат для сканирования местности. Так. Выхожу на расчетную орбиту. Ну и мы с вами помним. Что мы помним? Ну, что это? Что 2,5 где-то баллона надо заливать. 2,5 где-то баллона надо заливать в это дело. Так, ну здесь еще, конечно, рано. 2,5 баллон заливается в... То есть надо потратить 2,5 канистры биотоплива, чтобы чтобы добыть всю руду. Обычно так. Так, слушай, а мы, может, с тобой винца себе сделаем? Да, может, и сделаем. Надо с чем-то заняться там сейчас. Блин, железом стали, может, не хватить. Ну ладно. Ну ладно. Давай попробуем, может, уже встанет. Да не, скорее всего, напишет, что слишком близко. Не, напишет нормально. Не близко, говорит. Пойдет, говорит. Так, что, пошли за рыбой поплаваем пока. Поплаваем пока за рыбой. Он там крутится, да, крутится. А, да здесь мелковато для рыбы. Тут хрен поплаваешь, Шурик. Тут некуда нырять. Блин, фигово. Ладно. Это кто там мимо чешет? Так, куда ж ты меня теперь дальше-то отправишь, а? Где ж ты дальше и куда ж ты меня отправишь? Так, насколько ты там просканировал? На еще не до конца. Куда ж ты меня отправишь дальше? Винчишку надо сделать, чтобы бежать по-быстрому. Но там стекольный завод надо ставить. Ладно, сейчас разберемся. Сейчас он мне покажет, куда дальше идти. Опа-на! Фу! Ты глянь. Жил-то как близко находится. Я тут мимо бегал и не заметил ее. А ты говоришь, не надо ставить и этот. Ну как его не ставить? Ну как его не ставить, если тут-то... Туточки.
где-то поблизости жила. Через реку она. Через реку. А что ты говоришь, что можно еще раз поставить сканер? А зачем его дальше ставить? Если он уже... Если уже место определено. Слушай, а я ж тут бегал где-то, да? Да бегал, да. Хреново бегал ты, получается, Шурик. Где-то жила. А, вот она. О, музыка заиграла. Так, вот она, экзоматерия. Так, ну если ты собрался делать вино... Да, собрался. То набирай сразу себе тростников, так сказать. Все, пошли за буром. Блин, ну, близко расположено, что я хочу сказать. Отлично. Очень хорошо, что так близко. Что не 500 метров. Нет, не 500 километров, а как раз 500 метров. Слушай, она так светится. Странно, а вот бегал, ни разу случайно не нашел. А это что такое, ручей какой-то, гля? Это что такое, смотри, след какой-то, да, видишь? Смотри, как ручей какой-то. Такого не видел еще ни разу. Да, слушай, ручей, действительно. Хм. Забавненько, Шурик, забавненько. Кукурузу хочешь? Вообще, на самом деле, нет. Но возьму. Так, кукурузу. Ладно, пошли домой. Так, поскольку нам там сейчас стекольный завод нужен будет. А для него там железо, наверное, или сталь. Блин, для этого стола нужен будет сталь. Но мы сначала, конечно, сейчас отнесем сюда этот. Вот, а потом уже будем себе все делать. Так, где мой дом? Где вот твой дом? Где твой дом? Твой дом вот он, где точка стоит черная, видишь, да? Вот тут твой дом. Где черная точка? Рыб появилась, не? Рыбы нет, здесь рыбы нет. Так, там у нас с тобою что? Там у нас с тобою... Там мне все это не надо. Это ягоды для вина нужны. Ягоды нужны для вина. Вот ягоды соберем. Так, это кто там? Какао. Ага, так. Интересно, а есть еще другие источники экзоматерии? Или только вот один источник можно найти? Не знаю. Вот не знаю, вот чего не знаю, того не знаю. Я пытался искать второй, у меня почему-то опять же на тот же самый. А вот сейчас можно было подать, да и не хочу я, мне одного хватит. Тем более там уже не так много места остается в челноке. Хватит, короче. Хват. Так. Это бобы. Это были бобы. Значит, мы сейчас с тобой бур отнесем, поставим, пока он там будет бурить. Обуревать. Пока его будет что-то обуревать. Мы с тобой займемся всякой другой ерундой какой-нибудь. Так, а с какой же стороны я сейчас к дому своему подойду? Такое ощущение, что уже где-то близко от дома нахожусь. Волк он какой-то дурацкий. Ага, смотри, горелый пошло. Горелого-неелого. Так, горелого-неелого. Дом где-то мой рядом, если горелого-неелого. А, вон он торчит, вижу. Так, тыква. Бобы. Кабаны, волки. Да оставьте меня в покое. Не хочу я время на вас терять. Ну что мне вас стрелять? Что мне? Только что я вас постреляю, а? Какой у меня от этого прок? Вообще никакого прока. Прока никакого. Так, ну если ты собрался делать стекло, ну была такая мысль, конечно. Ну вот, давай активируй. Пусть она делает кучу стекла. Так, еще что-нибудь здесь есть у меня интересного? Да нет, все можно туда-сюда с собой потаскать. Да? Да, можно там чуть-чуть протухнет сейчас что-нибудь. Да и хрен с ним, пусть протухает. Так. Шурик, а давай попробуем, знаешь, что сделать?
Уничтожить. И что мне за это даст? 6 слитков стали, 5 электроника, стальной шуруп, 1 стекло и 6 композитных материалов. Ну, давай уничтожим. Мне все это может пригодиться в будущем. Мы это сейчас пока сюда все сложим, да? Да. Так, забираем мы себе бур. Он называется экстрактор. Он не бур. Так. И теперь мне нужна канистра. Одна. Потом нужна будет вторая. Тогда знаешь что? Тогда давай пока вот отсюда канистру уберем. И пусть она наполнится. Да, блин, тут вообще практически ничего не израсходовалось. Вот теперь хрен поймешь, какая полупустая. Вот эта полупустая, да? Да. Ишь, набираться начало. Все, бур есть, канистра есть. Все, побежали на точку. Так, на точечку. С бура канистрой. Потом вернемся. Так, точечка у нас строго согласна. Так, собираем, короче, тыквы, кофе. В общем, все, что такое съедобное. Будем сейчас с едой что-нибудь... Будем с едой что-нибудь мутить. Чаи, кофе, вином. Хотя мне проще всего сделать вино. Для этого нужно сделать стеклянный верстачок. Сделать пузырь. А, нет, Шурик. Там еще надо ставить этот стол для готовки. Да, для него сталь нужна. Нужно деревянный верстак ставить. Тебе все равно делать нечего. Ну, блин, нечего, конечно. Но не настолько мне нечего делать. Блин, ну а чем мне заниматься? Пока у меня там руда будет добываться, а, бизон? Чем мне заниматься? Тут осталось чуть-чуть, чтобы миссию завершить. Тут раз и все, и можно новую начинать. Ну да. Так, где она тут была? На этом бережку. Погоди. Вдоль бережка через... Ты, короче, беги еще далеко. Сейчас как-то по-другому просто заходишь. Так, здесь рыбы какие-то плавают. Далеко. Сейчас рыбу будем жарить. Сейчас будем делать... Ух ты! Это что такое было? Это что такое? Мы с тобой поплыли с луком, и лук у нас не в руках стал. Потому что наш рыбу укусила. Что-то новенькое вообще. Рыба цопнула, и кот поплыл. Куда поплыл-то? Не знаю. Куда-то поплыл. От страха. Так, а кофе я буду делать в термосе. Да, для кофе нужен термос. Ладно, сейчас разберемся. Либо... Вообще проще, конечно, термос гандобить, чем какую-то там... Делать это кофе, какао. Вот эта рыба меня кусанула. Серна Петровна. Да что же она меня так кусанула? Смотри, а здесь какой-то прям ручей такой, да? Как будто кто-то его... А, вы меня тогда спрашивали, можно ли два экстрактора принести. Кстати, да. Кстати, можно попробовать пойти и сделать второй экстрактор и притащить его. Хорошие мысли. Пошли, так и сделаем, Шурик. И проверим, будет ли работать второй экстрактор. Так, погоди. А на рыбу еще будем охотиться? Да, будем. Конечно, будем. Как же? Я же не доохотился на рыбу. Конечно, буду. Мы же там из нее какую-то похлебку сейчас себе варить будем. Где она меня тут кусала, паразитка такая? Да, где-то здесь. Где-то здесь происходило кусание. Угу. А рыба где? Ой, там даже два укуса показано. О, вот они. Ты куда меня? Укусить хотела? Ишь ты какая. Прям ко мне такая бежит. Не дамся вам в руки, товарищ рыба. Что стрелы-то падают куда-то вниз? Стрела, рыба. Так, валим. Ой, сейчас там меня опять кто-нибудь цапнет. Там сейчас еще одна меня цапнет.
А почему два укуса горит? Меня одновременно две, что ли, укусили? Яд медленно отнимает. Яд медленно отнимает у вас. Слушай, а я аппарат запустил. Пошли контроли... Пошли проконтролируем. Пошли. Я что-то не помню, запустил я его или нет. Что-то так был увлечен созданием кулинарных шедевров, что что-то я не помню, что там вообще. Аппарат-то вроде запустил. Так, кабанчик. Так, аппарат вот он. Пыхтит вроде. Так, а мне потом это относить куда? А, ну в обратную сторону, да, можно это к дому отнести. Ура! Рыбные эффекты кончились. Вот это кабана клинануло. Вот это он сиганул. Что такое? Ой, да вы косые, Шурик. Чё ты подошел и смотришь? Чё ты смотришь? Чё ты на меня так смотришь? О, мы какую-то добыли хрень, которую тоже можно обжарить с животным жирковым. Так, значит, попробуем второй поставить экстрактор, да? Чтобы ускорить процесс. Точно, надо было сразу. А, два нельзя сразу сделать. Ты два не можешь нести. Ты можешь нести только один. Так и так бегать туда. Кстати, да, бегать по любе. А что там для него? Электроники чуть-чуть надо было. Ага, медведь. Что, сдох, что ли? Электроники чуть-чуть. Да железо, по-моему, да? Электроники я чуть-чуть получил взад, разобрав свой этот локатьер. Ладно, Миш, сейчас разберемся. Сейчас разберемся, гражданин. Ну все, началось. Со всех щелей кабаны полезли. Со всех щелей кабанячий. Кабанячий кабанизм полез. Слушай, а давай глянем, какой-то там могу себе супер титановый нож сделать. Хоть мачете там можно сделать. Хотя мачете зачем? Ты же ножом не дерешься обычно. Да тоже верно, я не дерусь ножом обычно. Я им только разделаю. А разделает круче всего только титановый нож, кстати, да? Да. Кстати, могу себе его сделать, позволить. Он мне сейчас вообще ни к чему. Вот что верно, то верно. Сейчас он тебе вообще нахрен ни к чему. Ни в кое месту не впился. Ой, сколько тут этих. Сколько тут бобов произрастает. Какая красота. Кто-то у меня замычал. Сейчас я слышал. Пробуй, мухи, кто-то замычал. Так, там волк тупит. А вот и мой домик появился. Добро пожаловать. Ну что, товарищ крупный олень, миссия подходит к завершению. Правда, сейчас попробуем сделать второй экстрактор, отнести и поставить два экстрактора и поглядеть, будет ли он работать. Так, сколько стрел у меня? 33. Миш, вот обязательно меня надо было кусать, а? Обязательно меня надо было кусать, да? Как говорил кот-бегемот, его обязательно надо было пристрелить. Что-то много у вас, Миш, тут развелось в последнее время, я вам так скажу. Так, Александр, надо лук починить. Не хотите себе сделать крутой лук? Да, чё смысла возиться? А смысл мне с ним возиться, с этим крутым, так сказать, луком? Нет, не хочу. Красивый себе домик построил, да? Теперь все время такие будут. Это что был за звук?
А, это. Это жать типа нечем, я понял. Я все время себе буду такие красивые дома строить. Так, смотри, у нас есть печка, да? Так, что мы в ней можем приготовить? Животный жир нужен, чтобы вот это приготовить. Слушай, у нас тут с тобой животного жира. А, он даже не лезет так ко мне уже. Так, чик, 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 чик. А это все сюда, наверное, не надо. Так, максимально. 8. Создавайте. Так, что там? Ага, первым делом. Во первых строках я хотел бы узнать, могу ли я сделать еще один экстрактор. Ну, сделать это ты и можешь, но только что для этого надо. О, а все, кстати, есть. О, отлично. Да это же прекрасно. Это же просто прекрасно. Все. Значит, мы еще второй оттащим. Так, еще я хотел себе сделать термос. Термос, термос, термос. Где у нас делается термос? Не здесь. Здесь, что ли? Ну, что здесь? Как он там выглядит? Ну, как термос он выглядит? Ой, ёшки-кочерёшки. Ой, как говорил Иван Васильевич, грехи мои тяжкие, где же термос-то? Где же термос? Потолочный светильник. Дымовая граната. А, вот он. Так, 12 слитков стали надо. Чё сидим на, чё не работаем на? У Сталина. 12 слитков стали. Так, 12 слитков, ребята, да? 12 слитков стали. Железо есть лишнее? А если найду? Так, здесь железо. Так, погоди, лук давай починим. Ага. Так, 12 слитков стали. Вы нам можете 12 стали сделать? 18. Нам 12 надо, нам 18 не надо. А, да, я топливо же забрал отсюда. Шурик, ви есть собрать. Это что, волк приперся? Да, волк приперся. Волки, вы меня заколебали. Я сейчас себе нож сделаю из титана. Если, конечно, для него не нужно этих композитных материалов. Ну, композитор-то, композитор ты себе сделаешь. Композитора я себе сделаю, да. Не то. Так, слушай, а что там, броня? Испортилась? 94%. Да, немножко испортилась. Но... Стрел у меня сколько? Давай мы себе 22 сделаем. Но что я хотел сказать? Все, я забыл уже, что я хотел сказать. Куда я поперся? Я за топливом поперся, но на волка отвлекся. Блин, тупой волк. Тупо волк. Тупо волк. Так, топливо. Дрын-дрын. Так. 12. Создать. Хорошо, что я хотел... Ага, нож. Титановый нож. Титановый нож. Боевой нож. Погоди, это боевой нож? А есть там какой-то титановый нож? Или это и есть он? Титановый копье, мачете, боевой нож. Нет, титановый нож вот он отдельно. Так, он отдельно делается, титановый нож. Он вот он. 4 углеволокна. Эпоксидки. Так, углеволокна. Углеволокна. 4 надо, да? Ну, пошли вниз, глянем, что там внизу по углеволокну. Так, тут дрова у тебя кончились. Блин, а я куда-то складывал дрова. Да, по-моему, сюда складывал. Вот они, они. Так, активировать. Чик. А это можно просто выкинуть. А вот так вот. Просто, незатейливо выкинем. Так, тут у тебя экзоматерия уже появилась. Ага, куда складывать ее будем? Ой, куда складывать, куда складывать? Сюда. Ого! Новый теперь значок. Поломано, понятно. Изменили значок поломанности. Молодцы. Так. Так, так, так. Что мы хотели? Нам нужно было угольное волокно. А для этого у нас совершенно нет вот этой шляпы. Но у нас же она вот тут наверняка есть. Конечно. Конечно. Углеволокна надо было, по-моему, 4 штуки. По-моему, 4 штуки надо было углеволокна. 4 можно сделать? Можно. Дайте мне титановый ножичек, так сказать, напоследок помахать титановым ножичком. Эпоксидка еще нужна. Эпоксидка у нас с тобой до пупа. Так, и сталь мы там делаем, да? Так, я не понял, а что вы остановились? Что не так? А, ты эпоксидку убрал. Все, понял.
Любитель обломать процесс. Брал эпоксидку. А что, говорит, не так? Ну что не так? Да все не так. Эпоксидку кто убрал? А? Кто убрал эпоксидку? Да я убрал эпоксидку, конечно же. Кто же еще? Моя убрать. Моя убрать эпоксидку. Так, значит, вот он, титановый нож. Сейчас у нас все будет готово. Мы себе сделаем титановый нож. А этот мы тогда уничтожим, правильно? Правильно. Что мы получим вместо него? Так, гвоздей каких-то нам выдали дурацких. Так, а вы еще хотели сделать себе стали для чего-то, для чего? А, я еще стали хотел себе сделать, чтобы сделать этот, как его зовут? А, так это сталь я делаю, наверное, для термоса, да? Думаю, да. Сталь нужна не сюда. Так, титановый нож. Ну что ж. Посмотрим, посмотрим. Выход свежевания плюс 225. Так, сталь. Чё? Да ничего просто. Так, сталь. Еще одна сталь. Еще одна сталь. Сколько там надо было? 12 для? А что я вообще делаю? Я делаю термос. Я делаю термос. Вот он. Так, все. Так, и с термосом на костре мы можем творить чудеса. Так, и что? Ага, ты только забери его. Ну, конечно. Конечно. Заберу я термос сейчас. Так, что будем делать? Тут смотри, термос плюс... плюс... зеленый чай, термос плюс не хватает, термос плюс кофе, да погоди, у меня же кофе есть, чай, это все давай сюда складем, сколько у меня кофе, а, нету кофе, всего 5, погоди, я, наверное, сюда все посложил, да, вот оно все, у меня тут, смотри, я же уже собирал, блин, я забыл, мусоракш, я забыл, что я собирал, да, траву все сюда давай. Траву мы в траву складываем. Так, значится, термос, кофе есть, это какао, это кофе. О, давай, давай, это и кофе. Что он там делает? А, он почему-то печет эту хрень, потому что тебе некуда кофе складывать. А, тебе некуда кофе складывать, да? Правильно, он ко мне вот сюда сложился. Нет, это чай зеленый. Это мне. Давай термос сделай. Так, сделай цирк. Так, цирк. Цирк он сейчас тебе сделает. Это мне не надо. Это вообще сюда отправляем, блин, кукурузу. Ну, это все зря набрал. Ну, да и хрен с ним. Чик. Так, супец пропадает зря. Опа! Сразу здоровье как. Опачки! Ага. Угу. Морковь здесь не печется. Так, морковь тут не печется. Кукурузу сюда складываем. Ой, арбузы съедаем. Это выкидываем. Завалил все нахрен. Ага. Так, кофе складываем. Какао. Так, ох ты тут навалил. Так, это выкидываем. Так. Ягоды зачем таскаешь? Да просто так. Так, что тут у нас интересного? Ага, этим закусим. Но это не помогло. Да и пофигу. Так, мы нож сделали. Сделали. Топливо у нас есть? Есть. Что нам еще надо? Сейчас мы дождемся. Хряпнем. Ага. Все. Все, побежали. Так, боевой нож, боевой лук, боевые стрелы. Так, это сюда. Перевеса нет. Так, перевес. А чем? А, ну вот этот весит, вот он 2 килограмма. Это весит 5 килограмм. Этот килограмм. Так, Шурик, побежали. Пьем кофе. Так. Она мне прибавила, что ли, что-то?
725. Я так и не понял. А, не, модификатор кофейный появился. Ура, появился. Все, побежали. Модификатор кофейный появился. Он еще согревание дает, насколько я знаю. Шурик, надо было кофеек положить. Да, надо было положить, чтобы он готовиться начал. Пока ты тут как дугачок бегаешь туда-сюда. Ну-ка, нож покажите мне. Титановый. Почему тут как в контре нельзя сделать осмотреть? Ну, ты можешь его испытать на каком-нибудь медведе. На медведе? А сколько он там наносит чего? Урон 70 в ближнем бою. А вон там медведь, слышишь, да? Хочешь проверить на медведе? Я что-то как не очень на самом деле хочу. Не, ну попробовать можно, конечно. Можно, конечно, попробовать. Ну вот, кстати, медведь. О, он, кстати, в воде. Миша, иди сюда. Гля, он меня не видит. Ну давай мы сначала из лука все-таки раздамажим, да? Ну давай, потом проверим нож на нем. Так, Миша. Ага, проверил. Не, убивает, конечно, он классно, вообще. Титановый нож творит чудеса, это однозначно. Медведю контрапопил вообще в 5 сек. Правда, он был раздамажен чуть-чуть. И как-то еще надо научиться маневрировать. Так, 70 костей дало мне с одного медведя. Так, а закусить нам больше нечем. Только вот этим. Так, печально. Ну, печально, знаешь... Как есть, как говорится. Нечего было на медведя рыпаться. Так, все, больше не буду. Чаи собираем. Еще что-нибудь себе потом в тормозок. Это можно не собирать. У тебя все равно ты кухонный себе не будешь делать верстак. Ну, там это как называется. Ну, фигня вот эта. Две плиты, которые вместе ставятся. Поэтому нет, нужно загоняться. Сейчас поглядим, можно ли поставить два бура на экзоматерию. Вообще, по идее, да. Там вроде, когда бур ставишь, он двигается. Типа, у него несколько мест, как он может стать. Но! Вон он стоит. Возможно, когда один стоит, второй уже не ставится. Может, он в разный уголок может поставиться, но второй ты хрен поставишь. Не, поставишь. Поставишь. Ну и отлично. Добывай, что не добываешь? Значит, сюда и третий можно поставить, да? Да, теоретически можно поставить и третий. Ну что, Ватсон, для миссис Хадсон, он медведь идет, фотографию отчетную про то, как мы в два бура добываем экзоматерию. Можно, короче, добывать и в три. Да, можно добывать и в три. Так, Ватсон, чик, для миссис Хадсон. На Бейкер-стрит ей отправим. Не-не-не, Ватсон, не надо никаких аналогий со скрипками. Не надо, Ватсон, вот этого. Не-не-не, Ватсон. Миссис Хадсон может не понять. Не надо про скрипки, про два. Не-не-не, просто в два бура, Ватсон. Ватсон, в два бура, поняли, да? Все, и никаких там... Я, конечно, понимаю, Шерлок на скрипке играет, но давайте, Ватсон, без вот этих аналогий. Я бы даже сказал, нехороших. Очень-очень. Фу, от вас. Пацан, где вы всего этого нахватались? Так, мне нужно сундук сделать. Давай мы его сразу сделаем сейчас. И нужно принести еще один этот. Один топлив. Сейчас принесем. А что ты еще один топлив сразу не принес? Да что ты я тупанул. Ой, вот вечно ты тупанул, а? Что ты такой вечный тупанул? Вечно вы, Ватсон, тупанул! Только миссис Хадсон лишь бы какую-нибудь фотографию прислать. Вон, Волт затонул. Давай проверим, что я с тебя ножом таким добуду. Ну, я удерживаю. Да что ты мне воду пить какую-то предлагаешь? Ты меня волка давай разделай. Кто это надо мной проскакал? Я надеюсь, не медведь? Не знаю, не знаю. Это была Серна Петровна. Все, кончился волк? Вроде да. И сколько я с него получил наград?
все равно, конечно, не очень эффективно. Не, ну может, когда броня будет нормально. О, глянь, я себе в этого набрал воды в термос. Умудрился нахлебаться воды. Может, броня... А, броня, кстати, что там у нас? Да, изнашивается немножко. Но это не броня, это так... Хотя она там 20 с чем-то, по-моему, защиту давала, да? Теперь показывает 21, а было, по-моему, 24. Короче, броня теперь коцается. Теперь, да. Реализм. Ну, а чиниться, наверное, будет при помощи композиторных материалов, я думаю. Я думаю, композиторные материалы. Материалишен. Композиторишен, материалишен. Так. Чё-то как-то я сегодня другим путем подбегаю. Так, значит, что мы с тобой попробовали? Так, давайте какой-нибудь зеленый чай себе зафигарим. Термосок. Термосок, зеленый чай. Так, писон. Так, и сразу все повыкидываю. Мне вот это все не надо. Вот это все не надо. Так, дрова, дрова пусть пока будут. Короче, надо экстракторов таскать 2. А лучше, может быть, даже и 3. Ну, ты понимаешь. 3. Это вопрос, как далеко от базы ты нашел месторождение. Вот в чем вопрос. Если ты нашел месторождение слишком далеко. Не, видишь еще в чем проблема. Если бы можно было экстрактор этот, или как он там называется, нести не вот в этой ячейке с надписью «Г», вот, а просто положить его в карман. А его нельзя просто в карман положить. И поэтому его только в этой спецячейке можно носить. Но это несколько осложняет нам жизнь. Так, самую малость. Ой. 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 Кстати, да. Кстати, да. Вы тут напрасно тарахтите. Не надо напрасно тарахтеть. Так а чё? А чё он тарахтел? Чё он делал? А, тут сталь осталась. О, типа выключилась. Ага, до этого ты работала, да? Интересно, как это ты работала, а? Так. 8 стаков у меня было тогда, да? Полных. 8 полных стаков. Не, 8,5 я где-то набирал. Позапрошлый раз, если я ничего не путаю. 8,5. А сейчас вот я набрал сколько? Ну, сейчас ты набрал. Пока только половину это всего. Даже чуть меньше. Но все равно надо сейчас... А, нет, ну сейчас спать будем, короче. Сейчас будем спать. Что у нас по... Так, это есть, это есть, это есть, это есть. Вот, сейчас мы с тобой глянем. Что мы с тобой будем делать? Еще у нас кофе есть. Так, значит, мы кладем сюда его. Это мы жрем. Это мы вообще отсюда выбрасываем. Так, термос и горячий чай. Чая не хватает. Термос и зеленый чай не хватает. Термос и какао. О, какао хватает. Хватает какао. Значит, кладем какао. А чайков-то надо набрать. Говорит, маловато чайков. Ну ладно, мы наберем. Мы не гордые. Так, что он там делает чай? Пока он делает чай, мы пытаемся дрыхнуть. Мы дрыхнем. Опять пишешь, что костра нету. Ты гля, багуля какая-то началась. Ну чё ты пишешь, что костра нет? Ну костер же есть, ты чё? Ну есть же костер. Ну как нету? Ну есть же костер. Говорит, нет костра. Да быть такого не можешь, чтобы костра не было. Так. Суп из сладкой кукурузы. Да это мы наварили с тобой уже. Это же он. Не, суп из сладкой кукурузы уже протух давно. А, протух давно. А грибы только растут в этом, в зимнем биоме. Вот если где-нибудь в зимнем биоме поблизости поселюсь, обязательно поставлю такую печку. Здесь очень много рецептов с грибами. А в пустынном биоме растут кабачки. Жареные овощи. Это в пустынном биоме. Ну, правда, они там что-то редко попадаются. Писец как. Писец как редко попадаются. Так, ну что там у нас утро? Ты полный у меня, да? Да, он у тебя полный. Так, значит, это мы выкидываем.
Кости нам, кости. Что, сколько у нас стрел? 50. На 50. Пусть просто трет. Не, мне все равно делать нечего. Пущай просто трет. Это пущай просто горит. Ну, пущай просто, не знаю, здесь лежит. Это буду просто жрать. Так, ну побежали. Относить нашу топливную систему. Сейчас посмотрим, сколько там добыло. Ну, вдвоем-то они уже быстрее подобывают. Вдвоем они должны добыть два. Там у меня 3,5, да? Или там уже... Ну да, там 3,5 у меня стака. То есть где-то осталось примерно 4,5 стака. Примерно. Но это не точно. Ну, короче, сейчас мы закончим миссию. Хоть мой уже 1:13 кончился. Но тут осталось чуть-чуть, мы ее закончим. А тогда уже новую миссию мы либо на стриме начнем. А там Бизон вообще, гляка, его вообще клинит. Либо на стриме начнем, либо... Либо в новом видосе. Так, это что там? Слушай, как много чаев надо, чтобы в термосе... А, я забыл его забрать. Ха-ха-ха, я забыл его забрать, я тебя поздравляю. Да ладно, заберем другой раз. Пускай. Он там все равно еще, скорее всего, не доготовился. А мы, может, сейчас себе тут чайка наберем, чтобы нам уже наконец-то хватило. Да, а то у нас что-то не хватает чайка. Это у нас кто? У нас какао. Так, какао. Ничего не видно. Зажигай лампу. Лампу зажигай. Где там наши эти стоят аппараты? О, до них еще далече. Так со временем выучу все места, где бывает экзоматерия. Возможно. Это не точно, но возможно. Еще мне говорил, Макс, где-то в пустыне есть, но я не хочу в пустыню. Да и... Я уже себе разобрал этот экстрактор. То есть не экстрактор, а локатор. Да хватит, по одному стаку будем притаскивать. Не факт, что есть второй. Ну, хотя я не проводил такого эксперимента. Не проводил эксперимента, будет ли второй источник. Так, вон они вдвоем работают. Смотри, как красиво фиолетово светятся в этом в утреннем мраке. О, кабан решил подойти. Кабан такой, что там так интересненько фиолетовым сверкает? Кабан, не суй свой нос, куда не просит. Так. Этот почти все добыл, поэтому мы его убираем и вот так вот включаем. Так, смотри. Ну как думаешь, у них топлива хватит? На то, чтобы это добили они, что осталось. Ну так вроде да. Вроде хватит. А там хз. Ну смотри, я 3 стака забрал. Ладно, все, короче, возвращаемся домой. В любом случае тут стоять нечего. Ну что, заправляем канистру и несем ее опять? Или как? Да я вот даже не знаю. Заправляем, несем. Заправляем, несем. Несем, несем, заправляем. Ну, заправляем. Не, в любом случае, несем. Так вот, через какое время туда идти? Я думаю, пришел. А канистры у меня заправлены нет. У меня их всего 3. Ну, я же не рассчитывал, что у меня будет 2 этих. Тогда надо было делать 4 канистры, чтобы были разменные канистры. Разменные канистры, да. Так называемые разменные канистры. Не, не разменные, подменные. Какие же не разменные, а подменные канистры. Или канистры перезарядки. Ну, в общем, канистры, которые участвуют в непрерывном... Не, будем называть их так. Канистры непрерывного снабжения топливом буров. Очень, очень лаконичное название. Да, конечно. Канистра непрерывного снабжения топливом.
канистры непрерывного снабжения. КНС. О, будем их называть КНС. Есть КРС, крупнорогатый скот. МРС, мелкорогатый. А у нас КНС, канистры непрерывного снабжения. Во, тогда надо делать КНС. Чтобы КНС был, нужно 4 канистры иметь. Если планируешь в будущем также юзать тему двухбурия, так называемую тему двухбурия. Я говорю, все будет зависеть от того, насколько далеко от меня источник экзоматерии родился. Вот. И в следующий раз обязательно проверю вторую. В этот раз не хочу проверять вторую жилу. Я один раз проверял вторую жилу, не нашлась. Меня по кругу поводил и привело опять к той же жиле. Вот. КНС. Короче, если будет два бура, то нужно, чтобы было в рамках КНС должно быть 4 канистры. В рамках КНС. Горячий какао. Так. Вот вам канистра, где она? Вот она. Она заправляется? Да, заправляется, там полно всего. Так, тут у вас что происходит? Тут у вас происходит раз, два. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть. Ну, по идее, 2 стака осталось с копейками, да? 2 стака с копейками. Ну, что мы с тобой будем делать сейчас? Мы подождем, чтобы канистра немножко заправилась. Блин, она так медленно, собака, заправляется. Конечно, там есть электрический ферментатор. Ну, угу. Электрический феноменальный элементатор. Я пока не готов к такому, чтобы тут электрические феноменальные элементаторы делать. Бетономешалка. А, ну я понял, вода к ним подводится через шланги. Вот, смотри, у нас тут есть такая тема, да? Прокладчик труб, во. Нет, прокладчик проводов. А где-то я видел прокладчик труб. О, делаешь водяной насос. Он работает, опять же, от генератора. И через прокладчик труб прокладываешь верстак химика. Верстак химика. Ужас какой-то. Куда-нибудь построить надо. А это удобрение, да? Ну, это если по-жесткому. К сожалению, половина пока на китайском языке написана. Так, ну давай заглянем в ранг. Давай тут все вообще активируем, что можно. Греющая повязка. Пусть будет. Так, антипаразитная паста. Пусть будет. Паста-антибиотик. Пусть будет. Так, очков 32. А прикинь, они кончатся. То, по идее, не должны. Тростниковая балка. Ну вот тростниковая балка мне нахрен нужна. Ну, согласен. Деревянное окно. Да не делаю я деревянных окон. Так, ладно, пока это нам не нужно. Тут у нас все чик-чик. Стальное копье. Ну пусть будет так. Пусть будет, хотя не знаю. Это у нас ремонтный верстак в разработке. Почему-то написано удочка в разработке. Дверь занавеска, кожаный рюкзак, кожаная одежда. Давай всю кожаную одежду сделаем. Одежда из меха. Так, из медведя, наверное, откроется. Ну, видишь, написано, что нужен талант, маскировка охотника. Так. Антипаразитная настойка. Ну, то есть я это получу. Деревянный стол мне не нужен. Возможно, когда миссию соответствующую пройду, я это получу. Так, будем делать вот эти всякие верстак готовки. Антибиотик. Давай сделаем. Так, кухонное хранилище. А что такое? Компактный моглик хранит всего, что нужно на кухне. То есть оно портится здесь не будет? Слушай, надо попробовать, кстати. Может, тут портится не будет? Делать-то вроде несложно. Но это потом. Кстати, да. Так, ну ты очки, карбоновое копье. Хочешь карбоновое копье? Платиновое копье, платиновое, карбоновое копье. Карбоновое копье. Это делается, в принципе, несложно. Из углеволокна. Надо как-нибудь при случае себе зафигарить. Большая грядка, пусть будет. Лампа на биотопливе. Так, погоди. Это другая лампа, да? Это другая лампа. У меня какая лампа? А, у меня фонарь. А, надо попробовать лампу на биотопливе делать. Наверное, вообще будет круто. Так, кстати, у тебя пистолет еще не открытый. Открой. Зажигательный патрон не нужен. Так, 8 очков осталось. Это охотничья одежда. Так, алюминиевая балка. Бетонная балка. Бетонный каркас. Алюминиевый пол. И что, алюминиевый дом можно построить? А что такое? Термоизоляция, сопротивление падающим деревьям. А что у него? ХП много или что? Зачем нам алюминиевые? Сопротивление падающим деревьям плюс 100. Так, ладно. Чё мы там? А, мы пережидаем плохую погоду. Ну, как раз ты сейчас туда бежать. О, наполовину заправилась. Но этого уже точно хватит. Да там, скорее всего, все уже.
наше дело, короче, правое, и мы победим. Так, а чтобы сделать суперлук, мне что мне для этого надо? Все равно пока погода плохая, я не пойду. Суперлук. Алюминий нужен, углеволокно, композитный материал. 7 штук нужно. 7 композиторов надо. Так, ну-ка. А, я понял, топливо-то хрен есть. Слушай, а если мы сделаем вот так? Вот так. А, нельзя? Ну, понятно. Так, Шурик, облом с луком. Жаль, конечно. Композитная стрела. Да, композитные стрелы, они теряются. Эффективнее всего использовать стрелы, какие у меня вот есть, костяные. Все остальное хренотень. Хренотен. Так, давай, погода. Налаживайся. Мы побежали. Так, а почему вот этот круг желтенький? Смотри, этот просто черный, да, это желтенький. Потому что его, в центре него находится руда. Может быть, поэтому. Опа-на. Из меня какой-то бонус ушел. А, у нас бонус, Ватсон, кончился. Ну, чуть-чуть добавили. Какао. Ну, я думаю, там теперь все добылось. Вся экзоматерия добилась. Надо было отсюда сделать спуск прямой вниз. Ага. Шутите, изволите. Прямой спуск. Ишь ты какой. Так, ну блин, погода, давай. У меня тут уже почти все заправилось. Так, а что он пишет? Вода вас охлаждает. Охлаждение в минуту. Плюс 10. Минус 10. Вода охлаждает. Намок, что ли, я не пойму. А почему зелененьким горит? А, ладно, короче, пошли. Так, все, забираем. Биотопливо. Вода меня там какая-то охлаждает. Не знаю ничего. Кто там меня и куда охлаждает? Так, это вам. Так, и нам сейчас надо поглядеть, что я тут еще могу сделать. А, наверное, уже ни хрена ты не сделаешь. Тебя ни на что не хватает. А, зеленый чай хватает. При употреблении восстанавливает здоровье, плюс 10 температуры. Так, горячий чай. Так, употребление воды минус 25, модификатор. Так, это и горячий чай, это из дикого чая. Я даже не знаю, что. Давай, а кофе еще раз можно? Кофе можно еще раз. Давай еще раз кофе. Все, делай нам кофе еще раз. А мы, короче, побежали пока. Вы там разбирайтесь сами. Короче, с кофеями. А мы тут под молниями побежим. Тем более задание у нас выполнено. Если меня сейчас молния укокошит, ну, деревья горят поблизости. Я туда бегу, туда. Ой, как красиво горит дерево. Волчара, ты видишь? А ты, волчара, ползу. За мной волк гонится. Да не догонишь ты меня, волчара. Не догонишь. Хотя вот ты зря так, Шурик. У тебя сейчас... О, там медведь. Хотя, видишь, непогода. И ты... У тебя со стаминкой проблемы. Так, но медведь меня вроде не заметил. Медведь, я тебе разрешаю сгореть в этом огне. Ну что, Ватсон, как вы думаете, там все? Добылось? Да думаю, да, там все. Я думаю, заглохло все. Должно было. В два-то бура они там быстро забурят. Ну видишь, когда толпой играешь, вдвоем или троем, можно принести сразу три бура, поставить и как забурить все. И сделать забуритом. Там уже расстояние не так важно, как далеко.
Так, чё там? Близко уже. Переходим вброд. Не, хотя нормально. Слушай, я тут столько этих пособирал, они все растут и растут. Они растут и растут. Вон, смотри, один еще дымит. Че, еще добывает, что ли? Ой, ты глянь. Кабанчик все время тут дежурит у меня. Ему что-то... Бля, он их бить пошел. Ни хрена себе ты охреневший чучело. Ты, кабанчик, походу попутал немножко, да? Так, смотри, добыл. Почти заглох. Так. И чё же это? Смотри, у меня тут сколько стаков. А они все работают. А сколько у меня в тот раз было? Да вот я не помню. Ладно, Шурик, сейчас мы тут тогда чуть-чуть потусуемся. Отдадим ему канистру. Пусть он работает. Так, раз, два, три. А может раз от разу... Раз от разу оно больше добывается? Ну, может, конечно. Раз от разу больше добывается. Ой, а куда это мне все мое здоровье делать? Чего у меня так мало здоровья? Ну-ка быстро мне волчатину приготовить. Наверное, очки чертежей будут давать до тех пор, пока есть что открывать. Как перестанет что открывать, так и очки перестанут давать. Ну что их давать, если тебе открывать нечего? Ну я так думаю. Ну, думаю, да. Дают, пока есть что открывать. Как только будет нечего открывать, и очки давать перестанут. Так. Значит, выкинуть. Так, это кто там? Там волк пошел куда-то. Ты ко мне, что ли? Вот иди в костер. Иди в костер залезь, там нормально. Хм, тут такой интересный ручеек. Забавный. А ручеек забавный. Так, кабан тут валяется. У меня 15 ячеек в этом. В моем челноке. 15 ячеек в челноке. Больше 15 я туда не складу. Барахло свое я могу все не брать. У меня оно вроде возвращается автоматически. Но больше 15 не получится положить. А у меня там сколько сейчас ячеек, я не помню. Слушай, Ватсон, ну как так ты ни хрена не помнишь, а, Ватсон? Да вот не помню я ни хрена, понимаешь, да? Ни хрена не помню. А вот неохота мне туда-сюда уже бегать. Я думаю, сейчас еще чуть... Обычно у меня три канистры не уходило. А тут уже как бы собирается уйти. Да нет, значит сейчас кончится. Значит сейчас как где-то медведь ходит. А, вон он ходит. Значит сейчас кончится. О, гля как. С трех срубил, да? Неплохо. Ой, как раньше меня эти медведи заколебывали. А, вообще, житья вообще от них никакого не было. Меня заколебывали. Так, чай. Так, положим сюда еще вот это, а это выкинем. Это выкинем. Так, это выкинем. Это съедим. Это тоже можно выкинуть. Так, ну что вы тут, долго вы пыхтеть-то будете, а, товарищи? Дрели, буры. Буры, дрели. Сколько у меня уже в инвентаре?
Ну сколько? Ну смотри. Так. Расположим. Красиво. Так, все, по-моему, заглохли. Да? Да, заглохли. Заглохли. Закончилось все. Все, что ли? Не хотят, смотри. Раньше включались, хоть в холостую. О, гля, наполовину добыл и заглох. Так, все, короче. А, ну вон она светиться перестала. Ну все, возвращаемся. Все, пока, пока, кабан. Возвращаемся, наконец-то мы, у нас все израсходовали. В этой жили все. Так, ну придете тут потом, пожрете. Кто хочет. Кто хочет, пожрете. Я улетаю. У меня все. Так, успеем добежать до ночи? Да, конечно, успеем. А погода? Погода может, конечно, подкачать. Это она любит. Так. Чего вот эта зеленая стрелочка вниз означает температурой? Мне холодно. Так она зеленая, она не красная. Охлаждению. Вас вода охлаждает. Охлаждение в минуты плюс 10. Минус 5 к температуре. Какая вода меня охлаждает? Я намок, что ли, лечу? От того, что намок охлаждает. Ну, смотри, сейчас тут вода исчезнет. Исчезла. Все равно это 13. Все равно секунды эти остались. Смотри, они то 15, то 13. Че они туда-сюда бегают? Ничего вообще не понимаю. Вообще ничего не понимаю. Почему они туда-сюда бегают? Фигня какая-то. Короче, какая-то фигня. Не понимаю. Не понимаю, что происходит. А может, это багуля какая-то, как с костром. То есть с печкой ее надо перезажигать. Ну, может быть, конечно. Так, что у нас там по кислородам? Ой, кислород вообще кончился. Ладно, сейчас новый придем, возьмем. Точно, кислород. Так, вот и деревья горелые пошли. Вот он мой дом торчит. И медведи это. Эх, хорош у меня дом. Ватсон, ну-ка, сфотографируйте наш дом. Миссис Хадсонова потом отправим. Покажем, где мы жили. Курорт, Ватсон. Нас на Бейкер-стрит в Лондоне нам такое и даже не причудится. Ну да, курорт. Настоящий инопланетный курорт. Правда, стекол нет, то есть окон. Так а чё, я попробовал сделать окна, они разрушаются от этого, от ветра урагана. И чё мне толку их делать, если они разрушаются от ветра урагана? Нам это не катит. Так. Так, итого у нас с тобой в этот раз получилось, по-моему, больше руды, чем обычно. Да, смотри. 8, 9, 10, 11 стаков. По-моему, в прошлый раз я меньше привозил. А, наверное, оно каждый раз случайно. А может, раз от разу больше. Ну, я сомневаюсь, что там что-то раз от разу тебе будет больше. Согласен. Так, все, руду забрали. Инвентарь можно не брать. Он весь со мной должен возвращаться. Ну, по крайней мере, все время возвращался. Ну, если сейчас не вернется, то мы будем страдать. Мы будем сильно-сильно страдать. Все, побежали до челнока. Челнок где? Челнок вот он. Все, побежали. Задание выполнено. Вернитесь на челнок. Возвращаемся. А возвращаемся на челнок. Интересно, а если в ходе задания любил, терял свой радар? А можно сделать самодельный, так сказать? Он будет работать в квесте? Может будет, может нет. Никто точно не знает. Так, ой-ой-ой, запыхался. Ну, давай мы сюда вот сейчас к точке подбедем. Ну, просто главное, чтобы не в ту сторону не побежать. Какой-нибудь медведь, отстреливаться начнешь, завертишься. Потом не туда побежишь. Так, все, точка исчезла. Ага, это вот тот самый узкий проход, да-да-да, где тусуются медведи.
Ой, я кислород забыл взять. Ну что ж, забыл так забыл. Это, как говорится, дело поправимое. Тем более мы все равно с планеты улетаем. Так что нам тут не обязательно напиваться, наедаться. Нам бы до челнока добежать. Да? Опа-на. Чё такое опять залагало? Чё залагало? Так. Ух ты, здесь какая скала интересная, да? А вот так за нее зайти? А, здесь не зайдешь, здесь тупичок. Блин, ну что так лагает? Тогда, Шурик, надо, знаешь, где дома делать себе? Где пещера с тремя звездочками на карте в интернете, вот которые ты подсматриваешь одним глазиком? Чтобы, если во время миссии произошла обнова, то, может быть, в пещере какие-то доп. Ресурсики появятся, да? Ну, это как бы... Вообще обновы достаточно часто выходят. Да, достаточно часто выходят. Согласен с вами. Да, достаточно часто. Хрю, сказал он мне, хрю. И я сказал, хрю. Волк, мы тебя тоже. И тебя вылечит. Волк всех вылечит. Эх, а как я тогда в пустыне подхожу, и чуть-чуть мне до челнока не хватило. Чуть-чуть мне до челнока не хватило. Я шел. Это я прокачиваюсь. И мне чуть-чуть до челнока не хватило. И меня у челнока пума с гиеной зажрали, а? И гиена-крокодил. Пумы с гиеной меня сожрали. Опа! Так, сейчас мы там себе что-нибудь на орбите... Ну, делать пока ничего не будем. Так, одним глазком глянем, что там за миссия со скорпионами. Но я ее проходить не пойду. Не, я буду добивать вот эту миссию. Скорпион, конечно, хорошо. Но надо добивать миссию с черваками. Чтобы я, наконец, уже из их кожуры. О, кабачки, мог себе что-то делать. Ой-ой-ой-ой. Да, и талантов, конечно, маловато. Надо бы, чтобы они талантов нам больше дали. Хотелось бы побольше талантиков. А то вот у меня какие-то 4 осталось, я их не расходую. Берегу на всякий случай. Хотя там же и они по цепочке некоторые открываются. Поэтому если какой-то талант там далеко в цепочке, ты в один хрен не откроешь. Ну да. Слушайте, а нет тут кнопочки, типа откатить таланты и заново распределить? Тут такого нет. Нельзя заново перераспределить талантики себе. Допустим, ну вот сожалеешь содеянным и хотел бы по-другому перераспределить. Нельзя по-другому перераспределить. Так сказать, заново. Нет там кнопки сброса талантов? Что-то я не обратил внимания. Есть ли кнопка сброса там? Все. Вот она, моя капсула. Улетательно-спасательная. Это ты зачем собираешь? Не знаю, просто. Просто так. Так. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Ну вот, 4 осталось, но я ничего не принес. А, не, ну как, я могу сюда положить от нечего делать на всякий случай вот это. То вдруг оно не вернется. Да? А кирки я там оставил. Слушай, ну они поломанные были. Ну вот сейчас мы с тобой узнаем, вернутся они или не вернутся, если поломанные не положить, да? Обидно будет, если не вернутся. Ну ладно, прям уж так обидно. Так, все, вернуться на станцию, да? Да. Задание выполнено. Возвращаемся. Так, смотри, прожаренный путник, сканер убийцы медведей. А, это то, что я получил за это. Спелеолог. О, смотри, скоро будет спелеолог 3. Финал Rewards. Я получил за это 200 очков. Мало, конечно, получил очков. Я, да, мало. 200 денег. Так, бабища. Каменская. Так, выбер персонажа. Так, выбрали. Мастерская.
Так, снаряжение. Ага, все вернулось. Да, все вернулось. Отлично, отлично, отлично. Так, мастерская. У нас 361. Ну, мало еще, мало. Нет пока. Нет смысла пока счет еще прокачивать. Мало, мало, мало. Надо больше набирать. И денег больше набирать. Вот, это что такое? А, это броню можно с собой сразу забрать, да? Ага, ну а броня откроется... Это что такое? Сопротивление теплу, ячейки для модулей, плюс один, кислородные, плюс один, пищевые в костюме, плюс один, ячейки воды в костюме, плюс один. Слушай, а вот в этом ячейки для модулей плюс два, а в этом плюс один ячейки для модулей в костюме. Слушай, а в этих есть ячейки для модулей? Физическое сопротивление, сопротивление уязвимости, физическое сопротивление, сопротивление холодом, физическое сопротивление, сопротивление холоду. Набор карбоновой брони. Переносимый вес плюс 10. Сопротивление столкновением, скорость плавания, восстановление выносливости. А, набор дает, вот что он дает. Ага. Так, а этот костюм тоже ячейку одну. Так, а я же могу в этом костюме остаться, да? Ну что, будем прокачивать броню? Ну давай попробуем. Так, ага. И теперь я могу все открыть. Так, а этот отличается чем? Теплю плюс 5, ячейка плюс 1, кислородный плюс 1, пищевые ячейки для воды. Сопротивление плюс 5, а это сопротивление плюс 5 в костюме. Так а что, они абсолютно одинаковые. Прочный костюм, защищающий от холода. Так они вообще одинаковые. А, они одинаковые. А зачем они так нарисованы? Что за бред? Что он пишет? А почему нельзя? Не понял. Снизу надо начинать. Миссинг. Так что, этот надо открыть? Второй, что ли? Или этот надо сделать? Ни хрена я не пойму, что он мне пишет. За валюту можно провести исследование. А-а-а, у меня денег нету. А-а-а, у меня денег вообще нету. Все, я понял, извиняюсь. Извиняюсь, у меня денег вообще нету. Все, 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 все. Так, 30. Нет, так нельзя. Надо так. Он так не работает. Все, я понял. У меня денег просто нету. Я извиняюсь, зря быканул. Да. Ладно. Слушай, а броню чем чинить? А? Чем чинить броню? Все, понял. Так, теперь могу вот это исследовать. Это исследовать. Так, это могу исследовать. А, опять деньги кончились. Да, слушай, тут, блин, денег надо дофига. Надо денег дофига на эту броню. Заколебешься исследовать. Не скоро я ее получу. Ладно, в следующий раз тогда подготовимся. Не знаю, насколько она хороша будет. Ну, посмотрим. Так. Тут, конечно, стоимость исследования намного дороже, чем стоимость создания. Угу. Так, и ну а как думаешь, хватит нам, чтобы хоть что-нибудь... Да хорошо бы ее всю сделать, что-нибудь нам не устраивать, нам нужна вся. Так, сколько я экзоматерии? А это я за два раза натаскал экзоматерии, да? Так, погоди, у нас столько нету. А, блин, я... Все. Все, я багулю словил. Потому что написал, вот как багуля ловится. Когда пишешь больше, чем есть. Ну ладно, я все равно хотел заканчивать. Когда пишешь больше, чем есть. Жадность губит. Все, друзья мои, заканчиваем. Я багулю словил. Значит, провидению припоручаю вас, дети мои, заклинаю. Остерегайся выходить на болото в ночное время, когда силы зла властвуют. Безраздельно. Спасибо, кончено.